домашнем матче второго тура мировой лиги ватерпольная сборная Украины с 5 харьковчанами в составе принимала команду Испании. Соперник – один из грандов мужского водного пола. Вице-чемпион Европы и бронзовый призер минувшей мировой лиги. Впрочем, в Харьков испанцы прибыли не в оптимальном составе. Однако это не помешало им сразу захватить инициативу и к большому перерыву забить дебютанту турнира 6 безответных мячей. Это испанцы, они выше нас головой в плане техники и опыта. То есть это было, да, конечно, мы провалили очень много в начале защиты, сделали очень много глупых ударов, которые не нужно было делать. Но, в принципе, игра очень хорошая тем, что это очень бесценный опыт играть с такими игроками. В начале третьего периода Денис Гусаков распечатал ворота испанской команды. Гол игрока сборной Харьковской области вызвал воодушевление на переполненных трибунах, но гостей ожидаемо не смутил. Они контролировали ситуацию и привели матч к уверенной победе 11-3. Особо отличился нападающий испанцев Мигель Дель Торо, который оформил хет-трик. За сборную Украины по одному мячу в заключительном периоде забили львовские динамовцы Максим Радков и Юрий Маметьев. Это второе поражение подопечных Валерия Завизиона в мировой лиге. Заявились на мировую лигу, чтобы по себе показать, проверить себя и увидеть, над чем надо работать в дальнейшем. Ну, я думаю, что будем к следующим играм готовиться более так серьезно, учитывая те ошибки, которые были сегодня, которые были в Голландии, и понемножку от этого избавляться. Ну, естественно, будем и менять игрок, и этих самых игроков, будем привлекать молодых, чтобы проверять их, как они себя будут чувствовать на таком уровне. В другом матче второго тура сборная Греции обыграла Голландию 14-9 и с 6 очками единолично возглавила группу «Б». С греками украинские ватерполисты сыграют 11 декабря в гостях.